Часто бывает такая проблема, что очень много всяких различных баночек дома скапливается. Как я придумал решение этой проблемы? Допустим, у вас есть гели для душа, частично использованные. И на самом деле можно перелить один в другой. И таким образом уменьшить занимаемое ими место. Понятно, что здесь, если они разные ароматы все содержат, то результат их смешивания будет, может быть, довольно странным, но давайте попробуем. Для этого просто открываем один тюбик, другой и переливаем, естественно, предварительно убедившись, что места хватает. В данном случае я переливаю гели для душа Senses. Вот состав всех этих гелей, он примерно одинаковый. Это поверхностно-активные вещества. Многим, наверное, будет удивительно узнать, что для загустения данных гелей используется обычная поваренная соль. Если бы эту соль не добавляли, они были бы намного более жидкими. А так соль добавили, кажется, что они там концентрированные, на самом деле нет. Так что вы моетесь солью. Вот туда еще добавляют глицерин. Почитайте, в общем, состав. Ничего тут секретного нет. Вот, в общем, я уменьшил на пол-литра объем своей ванны. Теперь больше места стало на полочке для различных других баночек. Все, так, ну можно еще немножко оставить, чтобы они подольше здесь перелилось, чтобы не выкидывать лишние миллилитры. Ну, большое всем спасибо. Ставьте лайки или дизлайки.